Продолжим выпуск. Масштабный недельный форум «Дети ангелы радости» для ребятишек с ограниченными возможностями их родителей впервые прошел в нашем городе. В Дворце культуры машиностроителей проходят первые мастер-классы и занятия для детей. Идея проведения подобного мероприятия возникла в Кунгуре уже давно, но возможность ее реализовать появилась лишь сейчас. Нашлись волонтеры из числа работников культуры, согласные заниматься с особенными детьми. Как оказалось, не каждый возьмет на себя такую ответственность, а между тем спрос на таких воспитателей-педагогов растет. На участие в форуме заявилось более 80 семей. Я очень надеюсь, что данное мероприятие, которое проходит у нас ДК машиностроителей, найдет свой отклик. Ребята найдут новых друзей, а родители смогут ответить на те вопросы, которые вы, может, друг другу задаете или задаете в каких-либо других организациях и учреждениях. Большой проблемой для таких детей является практически полное отсутствие ориентированных на их особенности кружков и секций. 7 дней форума как раз и направлены на выявление возможностей работы в условиях отсутствия специально оборудованных помещений. Помимо этого, для ребят подготовлена краткая программа социализации. Ведь общение – первый шаг к раскрытию своего потенциала и интересов. Вот эта неделя и покажет, как нам работать дальше. Это наш пилотный проект. Сможем мы? Справимся ли мы? Нужен ли он нам больше, чем им? И если им это нужно, если нас поддержит город, потому что мы в администрацию с Сергеем Анатольевичем, нашим непосредственным начальником, выходим на Ларису Ильиничну Ёлтышеву по приведению в нормативное состояние помещений для детей с ограниченными возможностями, то это для города уже будет прогресс. Программа творческой недели включает в себя различные творческие направления – театр, живопись, танец, музыка. Много внимания уделяется и прикладному творчеству, а именно оригами, рисованию, лепка. Ну и, конечно же, особым и главным условием всех занятий форума является создание для детишек комфортной и уютной атмосферы. Леонид Монохин, Игорь Конюшков, Михаил Бабушкин, телекомпания «Кунгур».